Каждому мотоциклисту знакомо ощущение драйва и полета, но следует помнить, что дорога – участок повышенной ответственности, а высокие скорости и необдуманный риск очень часто ведут к аварийным ситуациям и травмам. С начала текущего года на территории Бреста и Брестского района зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых один человек погиб и 4 получили травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что из 5 случаев 2 дорожно-транспортных происшествия произошло по вине самих мотоциклистов. Для предупреждения негативных последствий госавтоинспекция систематически проводит профилактические акции и рейды для мотоциклистов, в том числе с участием мотопатрулей. Помимо необходимой проверки, сотрудники проводят опрос по взаимодействию автомобилистов и водителей мототранспорта. Дисциплинированность водителей по отношению к мотоциклистам увеличилась намного. То есть, если не считать, наверное, молодежи, которая садится там на мотоцикл и безответственно где-то как-то ездит, то я думаю, сейчас проблем с управлением мотоциклом именно в городской черте, там за городом нет никаких. По зеркалам никто не смотрит вообще. Они перестраиваются. Водители транспортных средств, да, не убеждаются вообще. Перестраиваются, не глядя в зеркало. Не глядя. Много раз. Ты. Сегодня утром даже это видел на мостовом, меня очень сильно подрезали. Не всегда машины видят мотоциклы в зеркала. Иногда перестраиваются, когда едешь. Сотрудники ГАИ напоминают, что ситуация на дороге зависит от каждого из участников дорожного движения. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов все же являются превышение скоростных режимов, нарушение правил маневрирования, а также невнимательность и недисциплинированность самих водителей мототранспорта. Вместе с тем нельзя не отметить, что все большее количество водителей проявляет высокую сознательность и пытается разобраться в причинах аварий. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.